Бессарабский край – богатый и щедрый. Наши сады и виноградники известны издавна. Не менее известны и наши базары, ведь каждый здесь может найти все, что душе угодно. Ох, хорошо. Шикарный мандарин, почем? 12 рублей. А, 200 мне килограммчик. Хороший мандарин. Реально хороший, сладкий, сочный и без косточек. Ну, смотри, как полагается, с почином. Да, с походом. С проходом. Вот, видишь, так. О, микрофон мешает. Держите. А что, люди еще не готовятся к Новому году, цитрус ну, наверное, не покупают? Готовятся, деньги собирают. Готовятся, мы денежки так, собирают, так да? Думаем. Телеканал Бессарабия ТВ. Чем торгуем? Таким вкусным? Вкусным, чтобы вот курага такая красивая, а так много сортов. А чем отличается? Кусок разный, сладкий или сладкий. Сладкий, вот этот сладкий, да? Не-не-не-не. Сладкий-сладкий давай. На, попробуй. Вот, с косточкой тоже есть, но узбекский. А это что? С косточкой, узбекский. Нет, с косточкой неинтересно. Неинтересно с косточкой. О, финик есть, вот лучше. Не, финик не хочу, давайте нам кураги. Это, да. Это не, сладкой. Я какую пробовал? Сладкую. Ну, сладкую, сладкую тоже. Давайте. Ирина, а ну пробуй, какую будем есть. Да и не пробую. А это сладкая. Давайте мне. Вот этой сладенькой. Угу. Вот этой. Сколько? Ну, грамм 300 давайте. Грамм 700? 700. Не, 700-800 не надо, грамм 300 дайте. Хорошо. Нам на раз. А вы что, на рынок пришли? Тоже покупаться пришли? К папе пришли? В гости? А что, папа тоже работает тут? Что продает? Филе. Филе? Рыбы или мясо? Мясо. Мясо. А тебя как зовут? Стелла. Стелла. А ты что будешь делать, когда вырастешь? Тоже будешь торговать? Нет. Еще не знаешь? Работать. А кем работать будешь? Парикмахерской. Парикмахерской. Куклы стрижешь уже? Да. И как? Нормально. Нормально. Ну, хорошо. Сколько денежков? Денежки 18 гривен. О. Лёг, надо тебе? Не, не надо тебе. Вам надо? Да, ну, сейчас. Очень много брата. Есть дачи? А мандарину хочешь? Сладкую. Мандарина а сладкую. О, рахат лакум. Аще. Спасибо. И вам тоже. Проходите еще. И оператору. Да, оператор. Угощайте мандариной. Бери. Оля. Гостеприимный бессарабский рынок. Не успели зайти, уже и угостили, и накормили. Идем дальше пробовать. Здрасте. Яблочные. Вот голдена, дайте нам килограммчик. Сладкий? Да, вот, пробовать да, даете? Да. Давай, давай, пробовать всегда сначала. У Тимура сладкие. Тимур зовут, а ты знаешь, да? Всех да. Знаешь на рынке? Я тоже. Ну, у него всегда сладкие яблоки. Да. У Тимура сладкие яблоки и самые... Доступный голден, ехали. Наверное, подрезанное тоже давайте. Ну, килограмм полтора. Вот такие средненькие. Средненьких нас много в коллективе. Надрезанное дай, мы потом доедем. Я сверху положу. Будешь яблоко пробовать? Эй, пакетик нам уже дали. Да.
Идем к рыбе подойдем, зазывают на рыбу. А то, что осталось в лимане? Видите? Больше ничего нет. Что, последнее выловили, да? А то ж, вы знаете, это ж, то было при советах была рыба, сейчас рыба уже не то. Не кормят рыбу последнее время. Да, и рыба сама не питается. И сама не ест. Ну, вот. А судачок такой научился? Это чопики называется, чопики. А на что берут? Ну так, на пожарить, может быть, да. На уху, может быть. На уху. А на такое серьезное, там, по еврейским блюдам, чтобы внутри, внутрь сделать. Не, такое не пойдет. На фиш не пойдет? Не. Вот толстовик это еще пойдет, можно на Новый год готовить. Для приготовления фаршированного толстолобика понадобится рыба весом около килограмма, репчатый лук 250-300 грамм, морковь 150-200 грамм, несладкое печенье, например, крекер или песочное, около 100 грамм, сливочное масло 100 грамм, 2 крупных яйца, манная крупа, соль, перец. Так на Новый год еще рано покупать. Как? Наши же все заранее. Заранее. А вдруг не заморозит, вдруг не будет, вдруг не хватит. У нас же так, мы живем, до 21-го надо еще пожить, тоже узнать, как будет. Как конец света пройдет. Вот, именно, да. Не, ну, конца света не будет, будет Новый год. Мы сразу перейдем с 21-го в Новый год. Спасибо, вы так нас обнадежили. Не, ну, надо в это верить, ну, что. Верим горячо, что еще потеряно, не все. Торгуете? 18. Ой, 18. Сладкий? Очень. Да? Давайте я попробую. С Молдавии привезли или Молдова сорт называется? Молдова сорт. Это наш местный виноград. Местный это где-то отсюда вырезали? Да. Да? И по телевизору. Давайте я. Днестровского района. Полкило. Полкило винограда давайте. Даем. Яблоки. Гранаты тоже наши? Нет. Привозные? Да. А откуда гранаты везут-то? Обжарили. От жаря. Грузии. Да. 9.20. 9 гривен дай. А, давайте дам 10, а вы мне дадите рубль дальше. Давай. Держите. Есть? Да. А, так деньги туда надо. Спасибо. Было давать. Разницы нет. Разницы. У нас общая касса. Общая. Ну хорошо. Удачной вам торговли. Спасибо. Берут. А что это вот это такое вот мелкое? А пеленгас еще не вырос. Это уже остатки, да? Остатки. Как красиво. Он уже орехи на Новый год продают. Орехи не на Новый год? Уже на Новый год продают. И почем нынче? Мы курагу уже взяли. А давайте нам и орешков таких поинтереснее. Вышли посмотреть, как к Новому году народ начинает готовиться. Да. Заодно вот сами. Собираемся. Уже? Ну да, да. А, мы еще только готовимся. Да. Спасибо вам. Конца света не будет. Нам на рыбе сказали, что все будет хорошо. Все будет хорошо, да. Хорошо. Все будет хорошо. И весь рынок. Так, овощи, фрукты, помидоры. Нет, ну нам сладкое сегодня надо. Тут мандарины мы взяли. Идем, пройдем. Попробуйте. А вы давайте пробовать. Да, а мы... конечно, я. Мы давайте пробовать. Вы знаете, как в том анекдоте, что может быть хуже, чем откусить яблочко и увидеть там червячка? Нема червя. Значит, оно настоящее яблочко. Значит, оно настоящее, да. Правильно. Так я скажу, что может быть хуже. Откусить яблочко и увидеть там половину червячка. Давайте нам. Пару килограмм, да? Да, парочку, давайте. Это хорошо. Яблочко удивительно хватит. Давайте. Насыпайте. А не, мы сегодня по фрукте, по орешкам. Вот так. Вон там, смотри, вон. Помыши ручки. Подойдемте. Сейчас подойдем, передадите приветы. Это походом. Спасибо вам большое. Спасибо.
здоровье. Идем, подойдем, нас зовут. Ну вот цены. Цены на овощи, цены на фрукты вполне приемлемые. Здравствуйте. Ну, мы к вам подошли, вы хотели что-то сказать. Не, я не хочу сказать, я просто хочу, чтобы вы нас чтобы мы поснимали. У вас покупали? Поснимали. Поснимать можем, но мы сегодня по сладенькому в основном. Да? Да. А что торгуете? Вот помидоры. Помидоры на что берут такие зеленые? На закваску. Если базуру. На закуску. На закваску. А потом закуску. Ну, на закуску, а потом закуска, да. Ну, правильно, правильно. Все домашнее. Все домашнее. Все выращиваем. Сами. А где выращиваем? Своими руками. В Суколужье живем. Рядышком. Живем в Суколужье. А что-то у вас капуста испортилась? Нет, это не испортилась. Капуста тоненькая, между прочим. Можете снять. Что-то она испортилась. Вот снимай, какая капуста. Смотри, какая капуста. Вижу. Где такую еще капусту встретишь, кроме как в Белгороде? Смотри. О. Для приготовления голубцов понадобится листья квашеной капусты, около 100 грамм риса, помидоры 1-2 штука, лук репчатый около 2 штук, 1-2 штуки морковки, шампиньоны 150-200 грамм, чеснок 1-2 зубчика, зелень петрушки, укропа, томатная паста или томатный соус около 1-2 ложек, растительное масло для жарки, соль и перец. Смотри, бабушка. И почем хрен? Домашний? Домашний, ребята, домашний. Угостить вас? Не, дайте понюхать. Ну, он все когда понюхает. Полный, он не... Ого. Сейчас, секундочку. Секундочку, бабушка. О. Хороший, хороший хрен. Ну, не, мы сегодня по сладенькому, спасибо. Смотрите. Да. Помидоры 7-8, картошка, буряк, лук 2,50. Да, дешевле, чем в Одессе на привозе.